Винда слетела, похоже. Меньше надо было на Pornhub заходить. Спасибо царям, опытным людям подсказали. Да он ли через ВКонтакте надо смотреть? Есть другой сайт. Потом все зашли, а сейчас захожу. А еще поставлю метки. А давно пускает уже? Угу. Мы же СНГ успели потратить. Ты хочешь его не так метки ставишь? Ну, тут их 6, вот эти 5 как в обычке, а 6 в квадрат идет для танка. Типа танк прячется за ней. Ну и ты это, ты сам объясняй там. Ну мы в прошлый раз же ставили так. Когда в прошлый раз убили, мы так ставили. Я так в прошлый раз ставил. Я еще говорил, что первая группа там луну и ромбик бьет, вторая группа там кружок, треугольник. Я не знаю, били они или нет. Ну типа, чтобы равномерно было, я назначал группы там. Ну и вот эти две на вторую фазу. Турбо дай стол или Дим дай стол? Дал РЛ. Мосок, Атлас, Шредер. Можно, если у тебя есть инженерка. И есть у нас Джус. Мистер Чамский. Блять, в каждом пати нахуй почти по два приста. Не, присты это хороший класс. Гимнов на хп много. По-моему, это одно класс. Ирдрут рулит на этом, на Симбре. Хотя вот медведь тяжело там будет. Хилить. Чё? Хилить тяжеловато будет. Да похуй вообще. Зел ты, говорит. Я, блядь, стаков сейчас нахуй накоплю, блядь, штук 30-40 нахуй, и ебану, блядь, на притяжке нахуй. Будете, блядь, мне тут стаков. Затор, да, дуэлиться? Ну, нахуй. А кто у него монит, тому ГП, блядь.
Я мосы в 10 вижу. Насколько примерно нужно отбежать трейда, чтобы не... Ну, не... 20 метров. Ну, примерно как от Луны до кружка. Ну, это слишком дохуя от Луны до звезды. Ну, просто... Максимальный уровень скиллов твоих. Максимальный уровень рейндж. Угу, понял. Почему Мосса ушел, он в онлайне? Ставьте шкаф. А, не надо, он там уже сразу протол сюда. Шкаф. Где Котлас, где Шреддер? Шреддер в громовом, блядь, Котлас в Огре. Какого хуя? В Огре, Шреддер в громовом. А сколько желтые полирольки стоят? Дохуя? Дохуя. Пиздец, сколько мне на... Ой, сегодня ебал. Видел, за 2700 продавали. Можешь начинать мне скупать их. А что там, жор? Два плеста до цеха приз, да? Да. Чё вы, сука, тыкать сегодня будете, нахуй? Нет. Сам все потыкай. Некому тыкать, Алиса ушла. Мастер педофил. Чё, Лана, ты ипотеку под сколько даешь? Хуй, это синий крафил. Вот и нет, я просто, знаешь, я начинаю материться и не ходить в рейды. Фулл ребафы раздали. Ты, короче, когда у тебя ипотеку берешь, ты материшься и не ходишь в рейды? Или что? Я отдаю. Так сколько ипотека тут? Ипотека 3 человека. Представил чувана, такой идет по улице очередную кухню делать. И такой говорит: говно, жопа. Я сейчас представлю людей, которые со знаками вопроса. Какого хуя они не подтверждают? Турбо, Зойл, раздава, капан. Мы хотим начать бить босса, а вы тут? Пожалуйста, ради всего святого, ответьте на наш призыв. Турбо, пан. Турбо, пан, турбо. Пан, тут, турбо. Надо погудеть в гудок. На машине есть такой клаксон. Да я в следующий раз этот, нахуй, баллончик этот куплю. Да-да-да, вот такой. Знаешь, который гудит, блядь. Да-да. Так, заебал микрофон. Он просто напился и уснул. Турбо, слышите, сопит? Вот это, слышите? Звук воздуха из-под носа. Турбо, тут. Турбо. Слышите, это он смеялся. Турбо, мы пуляем. Пан, на тебе освобожденка, выбеги. Пан сразу принял готовность. Мастер, Турбо подтвердил готовность. Ты тут? Да. Турбо подтвердил, мастер, ты тут? Сука, все кашет, кроме мастера. Точнее, все нету кашет, кроме мастера. Принимай. Кому обмен на настои? Какие настои? Валерьянки, нахуй. Я тут... Они, походу, их продают. Копят голду на Т5. Ну, можно понять людей. Чё, ГП с этого транка? Максимум, я выдал бы танком саппорта и хилам, которые стаки копят, чтобы отхилить рейд. Выше остальным бы я... Всё, отпуляем. Кто мы мычит там, блядь? Проговори ещё. Пока они хилят. Проговори еще, в какие 5-6 метров вставать на взлетке. Я вроде не вычку. Ледяные ветра Нордстола унесут ваши души. Я завис. Отвис.
Какие 6 метров? 6 метров, которые вон внизу ступени. Я вишу. Сейчас тебя повесим. Танка перестала притягивать. Хорош. У, прохилите на ходе состав. Квадрат кто-то метку. Блять, я бегу к квадрату. Ушли за квадратом, блядь. Ужас. Проанонсите, как я буду. Говорите, Тёма там, кто-то говорите. В метке я не могу. Слева. Метки подбивайте, блядь. Справа близко. Метки левые, блядь, подбили. По центру чуть правее далеко. Разбили глыбы. Быстрее. Квадрат должен. В квадрате метка должна быть самая первая разбита. Откинула. Пошли наверх. Далеко не уходите, чтобы далеко потом вниз не бежать. Я в квадрат шансон встану. Посередине далеко. Зашли за глыбу спрятались. В рейде. Посередине близко. Право. Разбили глыбы. Агро, бэд, фана. Утру писали, зарядите. Когда? Три пала есть. Сюрендер есть. Дал, понимает. Это чё, блядь, кто-то ёбнул, что ли, не пойму. Походу, да. Доты обновили. Разлетка. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто ты чё, Шрина? Бьёшь босса, что ли? Квадратик был. Ну не толпитесь. Зачем квест? Слева, пациент. Посередине. Ну и что это? Ну, перепрятывайтесь. Вы что, осторожней? Осторожней. Спрятались, быстрее, быстрее. Блядь. Разбили.
Моса Бершилсунга. База. Далее, Геру. Стаки скидываем за каждой глыбой. Милики только глыбы разбивают. РДшники в босс. Скинули стаки. Шите. Следующий центр. Разбили. Захил. Гимнами команду или мы ляжем? Шансун гим на хп. Агру не поднимай. Притяжка. Ой, дай прожим. А где глыба? А хп кто-нибудь быстрее. Кто его дал? Смотри, сказал хила фу. Читай. Я направо вынес. Сместились. Крест быстро сместились. Скидывать надо стаки. Скидывайте стаки, быстрее, быстрее зашли. Классная гим на хп. Она уже давала. Ой, назад гим на хп. Сомалийского хельти у него прокнул. Ревностно. Прохил рейда, прохил да рейда. Да все, это вайп. Почему вайп? Минус 3 только. Да это бей, вайп. Блять, войд. Да вы угораете, что ли? Что ты делаешь? 3 минуты бросаешь. Классная влево. Возможно, аккуратнее, не разбейте, ждите вторую метку. Стоп, сомалийского захил. Аккуратнее, сейчас притяжка и метка одновременно будет. Пробафайте танка, пожалуй. Чё там по притяжке? Разбили, бегом. Притяжка. Ушли, не разбивайте, блядь. Теперь разбивайте. И чё, блядь, не разбивайте двое цендру. Больше дот синдру. Задотали нахуй. Пошли царя разбили, спрятались. Сомалийского захил, Шреддера, Пана захил. Элрея. Есть медвея, есть ничем. Чулан, прохилься. Блять, прохильте, чувак. Классный центр. Блять. Нема захил. Предлагаю просто играть с синдром. Играем в босса, все в босса нахуй. Выносим глыбу в край. И спрячьтесь, да, если что, сюда. За лока. И скиньте стаки. Кто захил? Кто-нибудь? Войда захил. Мастер, поставь так, чтобы, блять, если что, скинуть метки. Лови под бабу. Сомалийский, бегом. Сомалийского. Да? Быстрее. 3%. Живите, бля. Да все это. Ну просто, блин, Синдра стояла близко. Сейчас, подожди. Царь, жопа. Стоп. Из того, что видел, сразу, пока не забыл, скажу. Классная. Галя, не ставь так близко к боссу колбу. Уебало двоих за твои колбы. Да при чем здесь не в том проблема? У нас сдохло трое. Вот после притяжки она дает под себя вот этот вот взрыв. Джованни, там кто-то еще, там три человека просто взяли и не отбежали назад, блин. Стояли под этой глыбой, и вас убило АУЕ. Вот и вайп из-за этого. Ну, я про это и говорю, что, блядь, слишком близко эта хуйня стояла к боссу. Колба. Да при чем здесь, она близко стояла? Вайп был из-за того, что я смотрю на рейд, блядь, а там, сука, у 4 хилов освобожденка. А сколько хилов сейчас? Спекни еще одного хила. 5 хилов. Спекни 6-го, проще будет им. Им очень тяжело хилить. И скажу, там хлопали пару раз так, что мы чуть не сдохли, блядь, и только гимн вытащил. Не хлопали бы, мы, блядь, так не просто вообще не хлопайте. Дали освобожденку, стойте, блядь, курите. Максимум хил наберет 2-3 стака, отойдет в сторону и хлопнет. РДД, стойте и курите, блядь. Жизнь
Рыба стоит, вся пограблена. Блин, надо аддон найти, который именно на второй фазе смотрит, кто с хлопками дамаг. Не, мастер, давай тогда остальным, которые сдохли от притяжки. Чё кто только там им... еще сдохал от притяжки? Ну вот Джованни сдох, еще 2-3 тела сдохли вместе с ним. Я за бомбы дал, блядь. За глыбы. Так надо думать, что надо отбегать от этого каста, не надо стоять под глыбой. Лично я этого не видел. 4 человека сдохло у нас от этой притяжки, и нам уже не оставалось кому добил. Кто сдох от притяжки, все знали сами лучше. Сейчас смотрим по чату. Костель, обжигающий холод, раз. Мы и так ее убьем, не хлопайте просто и все. Далин умер от ответной ударной. Там подписано от кого он, да? Ну, у тебя что линковало? Костель умер обжигающий холод. Больше никто от обжигающего холода не умирал на этой. Хрена разговора, давайте траить. Еще кому-то что-то не нравится? Или кому-то уебать косарь ГПМ? Все справедливо, так и надо. Пан! Пуляем. Садимся, жрем. А кто шестой хил сейчас? Нету хила шестого. 5 будет. Готовимся, нет. Ушли. ДНМ, Мимоса, Медвей, классный агропан. Дай рейндж друг от друга. Пан, ну в квадрат. Вы чё? Что это за расстановка глыбная? Посередине далеко. Слева далеко. Глыбом стопну. Слева далеко. По глыбам стоп! Справа далеко. Молодцы! Вот смотрите, у кого трини, исключая меня, кто сдох под этой глыбой, с левой стороны. С левой стороны прок трини. Вот этой вот. Добил глыбу. Смотрим, у кого она есть. И тому начисляем. Кроме меня, потому что я ставил под эту глыбу. А если эта триня прокнула и добила, и если она даже ударила 15 кхп, вопрос другой. Зачем вы, сука, оставили 15 кхп? Мне кажется, просто покиньте тело, зайдите в инст, протянитесь и начните бафаться. Просто без лишних разговоров, потому что это время идет. Царь, вот ты хуйню пиздишь, и чё мне теперь не носить эту триню или что, блядь? Нет, если ты должен отслеживать проки. Если, я, блядь, все хуярят одну глыбу, и моя триня добила, я тут пизда, я виноват, да? Трини перед тем, как она должна прокнуть, понимаешь? Да успокойтесь. Вот в такие моменты как раз хочется мутки раздавать, ребята. Давайте просто зайдите в инст и начните трай заново. Так, так, так. Агро, ты бесполезная сова, спекайся в этом. Вардру. Thank you.
Это турбо. У вас три ярдро, ребята. Заменяем широпистол, быстрее давай. Фул ребаф. Пан ДНМ. Бля. Метки. Замораживаемся, умираем нахуй. Даже бары тратить не хочешь. Зашли на бомбы нахуй, упали. Это, блядь. Когда не умирал на бомбах. Чтобы это вот так. Завара, который дает фулл ДПС на первом месте, там... умирать на притяжке, да? Там минус 2, это на притяжке. Никогда такого не было, и тут опять, да. Обжигающий холод, он 50 тысяч бьет. 50 с чем-то. Или 60. Да не бьет он по мне, по ШПшнику ударил в тот раз. Сколько? 29к. Рано, Дим. Но там, скорее всего, на Джованни были стаки. Он бежал рядом с паном, Джованни взорвал стаки. И не оба было попали. У меня стаков, не пизди нахуй. Заебал ты уже. Правда, как там сдох, скажи? Там 46 тысяч. Притяжка, блядь. А он не блядь, может... ребят, так, давайте без дезморали нахуй. Встали, резнулись, пошли дальше бить. Те, кто сдохли, начислили ГП. Все. Проблема решена, нахуй. Очень тихо тебя слышно. Я микрофон не опустил. Мне кажется, баг это, блядь, какой-то. Она ж кастанула холод. Все убежали. И ну да, обжигающий холод, вот по пану 46 тысяч ударил. Это, ну, но... блядь, бред нахуй. Не должно столько бить, на самом деле. 20. Причем они умерли уже после каста обжигающего холода. Они умерли, по-моему, именно на момент взлета. Третья одинка.
60 урона, 60 урона от магии противника в радиусе 25 метров. Бычеглава готов? Я не готов, нет. Ты все готовы. Починюсь. О, бля. Шансон в квадрат. Турбой смысл шансон к медведчу вон его рей. Под турби кинете сальву потом. После как разобьете. Слева близко. Справа. Слева близко. Слева далеко. Я не знаю, что это за прикол. Вот смотри, где она падала и где я умер. Надо стоять ровно за ней. Ну я... Это карма, запиздёшь. Да по-любому. Успокойтесь. Глыбы, сука, разбили. Чулан Берни. Тяжко, не стакайте. Элрея захил. Котласа, блять. Чё там по захилу, ребят? Нормуль всё? А чё там, блять, по стакам-то 11? Ёбана в рот, блять. Минус 50%, блять, ауе. По мне тикает, блять, по сколько? По 3000. Меня не хилили 3, блять. Сколько? 4 или 5 секунд? Вообще 0 хил. Ну что, ребята? Хочешь, кидай ГП, блять, но это бред. Ноль хила. Ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Я скинул, блять, свои 15 стаков, потом набрал, да, 10, плюс юзнул ул, этот, как там, как это за лупа, блять, уловка. А тебя хилил только ШП Шансунг, потому что это тик от ШП пытки, и все, за 6 выпад секунд. Уменьшает получаемый вами урон, блять, на 50%. На 50, Карл, меня не хилили, блядь, сколько? 4 или 5 секунд? По области, дамаг, как наносит. Если чё, оно уменьшает урон, блядь, а от стаков тоже, если вы не знаете. Ладно, ладно, смотри, 8000 от обморожения тик. Правильно, да? 8000. 8300. Так, кто еще умер? По 8 там тикало. Но ему и за хил-то не было. Шансунг только пыткой его хилил. В ШП. Моса вылетел удлеченный? Чё это, блин? Короче, Лрей, это отложенный выпад отдаётся на АОЕ способности. Обморожение это не АОЕ способности. Кто еще умер от притяжки? Еще раз спрашиваю. Она не срезает. Не режется она, ложный выпад. Ну сколько я уже с вами хожу, блять, на сидру, все оно срезало. А здесь вдруг перестало срезать. Ну 8000 это не срезано на 50%. 10 стаков как раз есть. Не знаю, она какая-то вообще баганная стала, это синдригос. Да какая она баганная, она всегда такая была, просто 0 защиты. Ну камон, я стою за глыбой, она меня убивает. Давай я тебе жратву дам, чтобы тебе моделька хуманская была. Давай, ну это вообще-то бред полный.
ты вот кошем скинул 15, да, потом 5-6 и скидывай, 5-6 и скидывай. Кош откдешился, дальше делай. Нужно выпрыгнуть. А ну смотри, от глыбы подыхали еще пан Шансунг. Смотри, так же Таурены. Так же этот, модели мужской. Не знаю, там так, левый встаньте, тогда стойте тупо по центру глыбы, напротив бомбы, что падает. Так, я и стоял напротив, по центру, но чуть дальше от глыбы, понимаешь? Так, сейчас, так, стой. Кому там еще жратву, Элрей обмен на смену формы на хуманскую. Я вверху стою. Всем модель гоблинов донатит. Здравствуйте, ребятки. Если, блядь, дело в модели... Вы раз убили всем хилом. Вы не смущаешь, что сейчас только 5? Теперь закрыли все свои... 6. И спулили босс. Значит, я в сове буду подхиливать, как обычно. Чё? Да ты гонишь 6 хилов. У вас, сука, 6 хилов. Блядь. Я даже озвучил за хил Элрея и Катласа. Секунды за 3 до смерти. Я хз. На него ходку кинул, а она не успела, увы. Ну, у нас ДЦшники в рейде есть, которые, блядь, не считывают людям, пусть знает. Пожденка на 4 хилах. Если у него было 6 стаков, блядь, спасать тебя одного или вайпнуть рейд, как бы... Сбросили притяжка. Что, пистол опять вылетел? Хани. Да не. Там он встал. Он вставал там нормально. Че-то не вставай там. Слева близко, быстрее забежали за клык. По центру близко. Да, блядь, вы гоните. Ууу, красавчики, блядь. Сука, справа. Я смотрю у вас, блядь. Ой, далеко. Ложимся на... Чё вы, блядь, справа, блядь? Вы чё, блядь, творите, нахуй? Раз, Шарпи, а ты сейчас начинаешь раздавать ГП, это, во-первых, не знаешь, что было, а во-вторых, мастер, ты начинаешь давать людям повторное ГП после того, как Шарпи дал. Че, самому себе не забудь, тоже накинуть. Лезешь, сука. Я не смотрю чат, блядь. Зойла разбили глыбы, когда он умер, нахуй. Это раз. Шерпистул раз, блядь. Сука, теперь я чат проебал из-за тебя, нахуй. Классная, два. Бафаемся, бафаемся. Все здесь. Котлас, три, нахуй. Шерпистул я никогда не выношу в ту сторону, потому что там клип грёбаного дыхания. Упадут, нахуй, до четвёртого, блядь. До четвертой глыбы, хотя бы одна глыба упадет, то есть до бомбы. Гняйте на себя, нахуй. Все ДДшники, блядь, все. Все, блядь, ДДшники, кроме хилов танков, блядь, получают, сука, ГП. Будем учиться, нахуй, глыбы стопать, блядь. Если, блядь, получили шмот, это означает, что мы... Давай тут вот больные головы на здоровую не будем перекладывать, ладно? Шарпистул, как ты подъебала, попал? С
скорее всего, слева со стаками уходил, его притянуло. Ну, землю. Блядь, там есть шанс клива, блядь. Я не знаю, я туда не хожу никогда выносить стаки. Никогда. Либо на лестницу, либо вправо. Шарапистолы фулл рибав, да? Влево я, блядь, сдохну от дыхания. 100%. Вот я если туда понесу, я точно сдохну. Не знаю, как вы туда выносите, я не знаю. Так, блядь, просто встать в луну. Просто вот здесь остановимся в луну, и ты бьешь босса. Ты достаешь, и ты здесь скидываешь стаки, все. Можешь встать вот здесь. Вот я вот здесь вот стоял, скидывал стаки. Нормально, меня нифига не сдувает. Сейчас загреешь босса и получишь пиздюлей. Да, ради бога. Вас там поебал. Миша, про. Бляй. Пистула, это ж синдра ебанутая, блять. Она, видишь, может ваншотать, а может нет. Теперь ты знаешь. Да, это бред. Я вот сейчас тоже глыбу разбили, я стоял по центру, то и меня не ваншот. А в тот раз просто ваншот. Это да. Просто бред. Я так же, как ты, это пытался сила. Проверить, почему ты сдох. Сейчас сбрасывайте стаки. Мысли, блядь, огромные. Вы что, ебанутые, ну? Залежи, не стоять. Он проверял. Ушли, ушли, ушли дальше. Проанонсите, я в глуби. Центр. Слева близко. А глыбы бить не будем? Ребята, ГП тоже справа далеко. Справа далеко, Дима. Слева. Слева близко. Быстрее разбили. Удушье уже идет. Блять, удушье идет. Ну. Я пою, пою, не сдохните. Ну, в смысле, спокойствие спел. Притяжка. Сбрасывай. Скидывай стаки. Стаки, я вам расскажу, блядь. Никак на. Просто их не стакать. Да-да. Мосса Берни, казум. Если глыб встанет. Через какую притяжку? Уже было. Да, уже. Шарпистолы назад, самолейский царь обезьян агро чуван. О, наконец-то царь не умрет. Слева. Далеко. Блять, быстрее, быстрее спрятали. Хил сам себя не захилил. Справа. Нет, слева просто стоп. Я бежал выносить, он бежал за мной, я от него, он... Справа очень близко, закройте, ёбла! Слева далеко. Разбили быстрее. Так... Чуван, рез не агру. Пять шп тупо. Тяжко сбрасывать стаки. Сука, как ненавижу фуриков на этом.
Малышка, беги! По турбе сами. Только 10 секунд. Вносите дамаг. Шансон в квадрат встанет. Царь, у нас два ДНМ. Царь обезьян, Виндрей, Казум. Справа близко. По центру. Посередине. Центр ближе. Левую глыбу стоп. Разбили. Надо переводить. Быстрее. Переводим быстрее, больше ДПС. Освобожденка, хлопнули и все. Потому что переходка уже. Ладно, скидывай стак. Чё по гере? Дадим после второй глыбы. Котлас, налево. Все скидываем стаки, все. Стоп 0 ДПС по глыбе, стоп по ДПС по глыбе. Разбиваем. Чулан по анонс им гимн. Прохил его, сейчас не сдохнет. Лиськов захил. Спрятались нахрен, сама Лиськов захил. Тяжко сейчас будет. Глыбу не разбивайте только. Стоп, стоп, стоп. Разбиваем. Стоп. Бежите. Лиськов захил, Мосса, так, меняйте первый. Его. Катались, разбили. Не стакаем, хлопайте в сторонке, блядь. На хп, кто там, Костель, быстрее. Сейчас захил на фул. Центр. Центр ушли. Больше. Прохил рейда, Лис... поднимаем. Нули доты. Пан. Эл захил. Иди. Пытались, бросили стаки. Не спешите. Сбили. Где захил? Костей. Дру ушли оттуда. Шка будет, не разбиваем. Накинули доты, стоим, ждем. Стопнули, Пана, захил хотя... Сомалийского. Сомалийского захил. Или нет? Казум. По пану БР. Теперь так, после централь... А, все включили. Спрятались, сбросили стаки. Тише, стой. Спрятались, сбросили стаки. Следующую в сторону и добиваем. Чапров в сторону добиваем. Добейте эту глыбу слева. Можешь не менять цаку, дашь там. Капли. Эти войды. Да нормально, фул прожинки есть. Убиваем. Хлопаем в сторонке потом. Дал спокойненько. Шип. Лут посмотри, нормальный стоит. Добили, хлопнули в стороне. Блять, опять это ебаное кольцо. Нормальный лут. Че, пошли лича бить? Да ты ебанулся, что ли? Вот они, не, они уже не надо, уже не стоит, это будет хуйня полная. Да, я знаю. Нет, я могу, других я не уверен. Туба на автопилоте с нами был, если что. Ну смотрите. Ребята, смотрите, завтра допрано ставим, не ставим на завтра. Там много людей не смогут, может тогда сразу какой-то там среда, да, была у нас на прошлой неделе. Чтоб только все... Да.
а не все нормально. Можешь ориентировочно поставить, если в течение там получаса, часа придут, пойдем. Не придут, не пойдем. Да вот сейчас же все люди в рейде. Просто спросите, кто не сможет точно завтра и кто сможет в среду. Я не смогу завтра. А в среду сможешь? В среду смогу. Ну вот сделайте так, чтобы все кому смогли надо? В среду. Я сделал РЧ, смотрите сами. Классный обмен книж. РЧ на шо это? А, РЧ завтра. 4. 138 лямов хп у меча. 137. Бэт, мне очень тяжело анонсить, потому что я не помню, кто у нас присты. И смотрю в воду, и не помню ники. Я увидел Котласа, такой, блядь, о, он же прист. Такой, о, гимн. Заебись. Так а чё ты поставь себе вот этот цвет классов, типа, у тебя не стоит? Да. Блин, я не привык так играть. Царь обезьян. Я буду путаться. Так, тучи головы дали. Шерпистул. Шерпистул, у тебя кто мейна? А чё так мало 5000? Так и должно быть. В смысле? Не больше. Обычно больше. 209 боссов. Проф 800 ЕП, Синдра 800 ЕП, насколько я вижу, писал. Короче, за фул 6800, лич сколько? 2000, о, хер знает. 5800. 5800? Ша докинуешь. А, лич раньше 1000 был. 5800, 4200 за 9 боссов, 800 проф. 800 да, 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 точно. И лич. Кто еще ливнул, не получил? Раздавака ливнул, ты не успел ему начислить. А вы охуенно наливаете, вам токены нахуй не нужны, да? Этот, слышишь, микстурка, давай медвея подпрягать и пошли в кару. Да вы ебанулись, что ли, на? Сука, вы че, блядь, моя смерть не хотите? Ломан на ласта, на. Пошли, так. Пошли, на погибель. Бичьи головы дали на 5. Я так и не решился, кому кольцо отдать. Ты просто кому-то отдай и все. Отдай его. Кто по ПРу выше, тому и отдавай. Дали на... Стоп, дали на офспек ролик. Бычьи головы выше, бычьи головы давай обмен. А, перчатка. 51. Ну вот, честно, сейчас хорошо хлопали. Вот ну, этот район понравился со всех вообще охуенный. Мало трупов. Смотрел, я, короче, смотри, чулан, перед притяжкой вот. Смотрю, на мне освобожденка такой. Ну, думаю, ладно, под притяжку тучку прожму, там,